день, дорогие друзья! С вами снова я, Светлана Тинсон, и мой канал «Жизнь в соснах». Я начала свой канал именно живя на даче в сосновом лесу, в деревне. Деревня расположена в Ленинградской области, и она лесная. Поэтому я так и назвала свой канал «Жизнь в соснах». Конечно, я живу здесь не круглый год, но вот я снова в своих любимых соснах. И сколько же я здесь прожила? День, два, неделю, месяц, а может быть полгода. Как-то время течет здесь по-другому. И жизнь здесь другая. Здесь жизнь без стен. Постоянно видишь небо, облака. Как будто какой-то колдун прикоснулся ко всему волшебной палочкой и все заколдовал. Все вокруг. Жизнь здесь уж точно без спешки. Только здесь я замечаю каких-то жучков, паучков, муравьишек, бабочек. Каждый день я бегу в свой сад смотреть, какой цветок сегодня раскрылся. А это цветы придорожные, какие-то простенькие цветочки, лютики, колган. Каждое утро я беру свои палки и отправляюсь в путь. Я хожу разными лесными тропинками, хожу по шоссе, хожу в своем ритме. Вот снова, видите, какой придорожный кустик какой-то сурепки колышется на ветру. А посмотрите, какой он красивый. Совсем не хуже какой-то южной мимозы. Хожу я здесь в своем ритме, со своими мыслями, думами. Я свободна. Я не знаю, счастлива ли, но я спокойна. Это мой островок спокойствия. Это та самая точка на карте, где я совершенно не суечусь. Я живу здесь какой-то совершенно другой жизнью. В общем-то, почти без друзей. Общаюсь с кем-то из односельчан, однодеревенцев, но не часто. И потребности у меня никакой нет. Мне не нужны подруги. Мне не нужны шумные улицы города. Мне нужна вот эта река, вот это течение. Медленное течение реки. Я не сразу привыкла к этой северной природе. Привыкала довольно долго, потому что я ведь работала, приезжала сюда к родителям только на два выходных, поэтому, ну, все равно была какая-то суета. Здесь жила когда-то моя бабушка, дедушка. Ну, он умер очень-очень давно. Бабушка умерла после войны. На пенсию сюда вернулся в родные пенаты мой отец. А потом на пенсию вернулась сюда и я. Здесь, можно сказать,
почти родилась моя дочь. Ее привезли мы сюда, ей было 2 месяца. А потом и внучки здесь провели свое детство. Так что 5 поколений нашей семьи проводили лето вот на этой старой-старой лесной даче. Воздух, настоянный на сосновых иголках, это что-то невероятное. Когда приезжаешь сюда, то 2 дня идет адаптация от сильного озонирования. 2 дня болит голова, кружится, хочется спать. Я захожу вот в такой уже темный какой-то лес, это какой-то ельник, и вы видите, кругом вот домики просвечивают. Ну, к домикам я не буду подходить, по той причине, что сейчас такое время, и все домики с камерами. Есть очень богатые дачи, красивые, может быть, даже там и какие-то охранники живут, поэтому все это у нас не приветствуется. Будем любоваться природой вечной. Вечной природой, вечными деревьями. Здесь уже елки, такой берендеев лес. Вот такую прогулку я с вами совершила. С вами была Светлана Тинсон. До следующих встреч. Всего всем самого-самого доброго.